Улица Киквидзе, 22. Пятиэтажный кирпичный дом 1966 года постройки. В 1985 был сделан капитальный ремонт. Тенистый, зеленый и относительно чистый двор. В парадных установлены домофоны. Есть скамейки в тени деревьев. Тенистая новая детская площадка. Места для парковки автомобилей также в наличии. В ближайших окрестностях школа, профессиональное высшее строительное училище, детский сад, центральная поликлиника Печерского района. В доме магазин оптики. В соседнем автомагазин и нотариус. Продуктовый магазин. В пешем доступе центральный дом мебели. Станция метро Дружбы народов. Состояние дома удовлетворительное.